Трейдеры с Уолл-стрит заработали миллионы на криптовалютах. Как сообщает Cointelegraph, два торговца с Уолл-стрит, Майк Камаранский и Чейз Лохмиллер, добились больших финансовых успехов, торгуя криптовалютами. Камаранский отмечает в Твиттере, что после 16 лет работы он уходит из торговли акциями. Майк основал Cumberland Mining, который на сегодняшний день является одним из крупнейших игроков на рынке цифровых валют. Лохмиллер последние 10 лет работал в крупных торговых компаниях Уолл-стрит. В июле 2017 года он основал Jump Trading, чтобы присоединиться к Polychain Capital, который в основном участвует в торговле виртуальными валютами, такими как Tezos и Ethereum.